Хей, йога, с вами Шевки, и мы продолжаем проводить игру под названием Кафка. Про Кафку, да? Friends on Kafka, если не ошибаюсь, игра называется. Friends on Kafka, да. Friends on Kafka. Так, The American Gazette. Короче, мы прибыли, походу, с вами в Америку, да. И вот спустя череду странных событий К прибыл в Америку. Размытый текст. Непонятно что. Мини-кроссвордик про... наши руки, голову, да, типа скелетика. Ладно, поехали. А я не прочел, как глава называется. Стоять. Стоять. Стоять, стоять. Нельзя так сделать. Так, тихо. Вот, мы уже здесь с вами. Мы уже с вами здесь. В смысле, а где название главы? Прибытие в Америку, что ли, называется глава, или как? Где-то в Америке. Где-то в пустыне, да. Подождите, а где у нас пустыня в Америке? Я знаю, в Техасе есть, в принципе, пустыня. И... Так, телевизор. Телевизоры. И 3/14. Глаза. О, лицо. Незнакомец, подойди ближе. О, Кафка уже у нас постарел. Что ты тут делаешь? Я ищу замок. Уже и не помню, сколько лет прошло с тех пор, как я прибыл в Америку по приглашению этой таинственной организации. Но я отчетливо помню, что здесь меня никто не ждал. И сколько бы я ни пытался вернуться домой, ничего не получалось. В конце концов, я решил во всем разобраться, и вот мои поиски привели меня сюда. Ты ошибся? Я могу указать лишь направление дороги. Ты должен найти самостоятельно. Ну, я и так, потратил на это всю свою жизнь. Dubitando ad verans per minum. Короче, здесь тоже довольно все просто и банально. Нужно собрать стрелочку. Все. Нам показывает, что направление где-то там внизу. Так как он сказал, что он только может показать направление. Странная заброшенная шахта. Нужна какая-нибудь карта, чтобы не заблудиться в этих подземельях. Ой, скажу сразу, здесь довольно трудно. Я долго вот это подбирал уголки. Если честно, я не... Как ж... О, вот, да, вот, все. Это решение загадки. Сразу мы под вот этот кружочек ставим два вот посередине. Хотя я и сомневаюсь, что цель моих поисков находится в этой шахте. Но мне все равно больше никуда идти. Так, потом у нас получается был мини-спойлер. Когда мы нажмем сюда на кнопочку, так сказать. У нас из воды вылазит водолаз. Не обращайте внимания, у нас тут немного сыра. Хотя это не оправдывает вашего опоздания. Но раз вы уже здесь, надеюсь, вы заполнили все необходимые бумаги и получили разрешение. Бумаги? Разве вы не знаете? Чтобы попасть в корпорацию замок, необходимо получить разрешение в канцелярии. Так. Если вы готовы взглянуть внутрь себя, в отражение, то заполните данный бланк. Это ускорит получение разрешения. Permission. Отказано. А, refused. Отказано. Нам, короче, походу нужно с вами
Собрать согласен, это Алгуфильд. Бля, я не помню как-то. Алгуфик. Кофилк, алкофилк, подтверждение, либо типа того. Фюге, фюге, фюге. А, одобрено. А, грейтинг, грейтинг, точно. Это грейтинг, грейтинг. Кьюзинг. Почему я кьюзинг говорю? Кьюзинг. А это еще что такое? Это ваше разрешение. Так, все, здесь, короче, уже без понятия, что делать. Поэтому как-то так. Так, ну здесь разрывы, тут помехи. Нам нужно... Ой, вот это более-менее... А, нет, здесь тоже у нас разрывы. О. И что теперь? Ну, знаете, как эта херь происходит? Не может быть, это же... Неужели сам замок появился? Это не замок, ни хера. Это какой-то шар. Замок. Это замок? Огромный воздушный шар. Это замок? Там что-то есть. Найс, 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 найс. И что это за херня? Что за фигня? А, интермиссион. Интермиссион. И еще раз нажать. Алло. Миссион. Не понял. Интермиссион. Что мне с этим делать? Это уровень, это все-таки уровень. То что-то нужно сделать. Я на каждую нажал. Да нет. Может просто ожидать? А, интер? Может. Давайте прослушаем музыку, я не знаю. Серьезно, нужно было музыку прослушать? И походу это, ребят, конец, поэтому всем спасибо за каникулы. За просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.